Девочки, ко мне пришел водонагреватель Polaris. Специально для летней кухни заказала. Вот такой небольшой аппарат. Очень симпатичненький. В общем, это находка для тех, у кого отключает воду летом. У меня, кстати, в московской квартире всегда стоял водонагреватель в душевой кабине. Вот к нему идет насадка душевая. Вот такой вот шланг. Так что теперь у меня на улице будет теплый душ. Если захотим позагорать, можно тут же будет ополоснуться. А на летней кухне горячая вода для того, чтобы мыть посуду после шашлыков. Ура!